Я представляю левый блок. Даже я координатор Василия Островского района и работаю с людьми. Я вижу, что пенсионная реформа вызвала максимальное возмущение среди народных масс и максимально подняла, мобилизовала протестное настроение. Сейчас реформу отменить больше шансов, чем было в прошлые года. Если мы все-таки это сможем сделать, то мы покажем всей России, всему народу, что мы можем и даже должны противостоять таким реформам, что мы можем остановить этот маховик социального геноцида народа, что мы можем даже его прокинуть и вернуть то, что у нас отнимали многие годы. К сожалению, власть это тоже понимает. И она пытается всячески нам препятствовать, втыкая палки нам в колеса, начиная от гамбита президента, заканчивая дубинками. Сейчас у нас лежит очень большая ответственность, товарищи. Ответственность за наше будущее, за будущее наших близких и родных, за будущее наших поколений, в конце концов. Нам нужно работать с людьми, нам нужно призывать их присоединяться к кампании против пенсионной реформы. Потому что если это не сделаем, то они примут эту реформу и будут дальше эксплуатировать нас. Дальше брать деньги из наших карманов для своих особняков и яхт. Спасибо большое.